Годовщине Великой Победы на мемориальном комплексе «Солдат Туймады» в Якутске сегодня торжественно возложили цветы. Здесь увековечены имена более 20 тысяч солдат, героев войны. В мероприятии приняли участие члены правительства республики, администрации города, а также Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также, несмотря на ограничения, мероприятия смогли посетить и трое ветеранов, детей войны. У меня отец воевал в Японии, а у супруга два брата, один с орденом Отечественной войны и Красной звезды приехал, раненый весь, а другой брат тоже в Японии служил. Поэтому этот праздник для нашей семьи – это священный праздник. И всегда участвую в мероприятиях 9 мая. Считаю, что то, что здесь, благодаря общественникам, благодаря поддержке мэрии города Якутска, был поставлен вот такой вот комплекс, на котором были указаны фамилии всех тех, кто ушел с долины Туймада, наверное, говорит о том, что мы помним то, что было сделано ради того, чтобы сегодня светило солнце.